Ане пришла посылка. Мне? Да. Как? Буровченко Анне Борисовне. Анне Борисовне. Мы, правда, не знаем, как на почте Аня получит ее. Ну, давайте попробуем. Аня, иди сними, как ты получишь. Папа, может, свидетельство о рождении надо будет какое-то. Как его, то как его получить? Беги. Идем. Закрыто, обед. Домой, мы домой. Сейчас они придут, покажем. Там пришла посылка. Легкая, как перышко. Это что? Ну что, ребята, пришла Анне Бровченко посылка. Да! Давай, открывай. Так интересно мне. Письмо. Так, письмо. Смотрим. Давайте, открывайте, а потом письмо посмотрим. Ага, вот даже девочка, всю фотографию. Только так, как-то туда, посерединке. Вот это такое. А, это светящийся этот браслетик, да? Ого, что тут сгодит? Сашенька, Саша, сына. Спички. Саша. Подожди, сыночка, иди сюда. Тихо. А, нет, какашка. Это поделки. Смотри. Как? Это стол. С шуклядами. Конечно. С шуклядками стол. Сейчас стол с шуклядками теперь есть для Барби. Для Барби? Саша, не трогай ничего. Компьютер. Да. Покажи, какую поделку классно сделала девочка. Вообще. Вы смотрите. Ой, тут что-то есть. Что-то есть, оно да, сейчас. Аня, что это такое в этом? Нам не понять, что это? Складывай, давай мы по очереди откроем. Может, там какие-то сюрпризы есть? Это давай. Сюрпризы. Вот это рисовать. Да, это карандаши и бумага. Саша! Саша! Так. Ой, тут даже книжечки какие-то есть. Смотрите. Смотрите, тетрадки маленькие, видите, поделала. То есть это твой стол Барби, это для Барби, стол да, для да, этого, о, ее тетрадки. Какие-то ниточки. Ниточки. Ниточки, чтобы она вышивала. Да, то есть это она сделала игрушки для Барби, понятно? Какая? А тут, видишь, что... Сашунечка, аккуратно только. Какая-то коробочка. Ой, что-то выпало. Смотрите, все для Барби. Ага. Так, это видите, девочка сама делала одежда, значит там шкатулочка. Доставайте дальше. Саша, Аня. Саша, ломать. Саша, не ломать. Вау, кровать. Саша, Саша, остановись, остановись. Вау, смотрите. Все, колыбелька. Своими руками дальше смотрим, потом будете раскладывать. Давайте покажем, что вам прислали. О, а видишь, немножечко сломалась кроватка, мы подклеим. Ой, кроваточка. У меня никогда не было кроваток. А сейчас мы прочитаем письмо, нам все станет понятно. Письмо. Вот даже садись, тут фотография садись. Девочки. Ой, немножко. Фотография вот девочки, которая, смотрите, вот девочка, мое фото, которое вам прислала. Ребята, эта девочка вам прислала. Саша, нет, видите? Ага. Вот она бы здравствуйте всем пишет. Для всей семьи Бровченко письмо. Но читать мы письмо не будем. Мы говорили уже, это от Юлии Буймовой. Юлечка, спасибо большое. Ты вдохновляешь наших детей тоже на такие поделки. Я думаю, что после этой посылки они просто будут сами все себе вот это делать. Будут выпрашивать у нас коробки и тому подобные вещи. Да, ребята? Да. Все, сейчас мы будем читать. Все, пока это секрет. Миша, ну ты была такая как бы злая, да? Ой, у нас же есть подружки еще. Какие? У меня есть у нас три подружки. Вот, смотри, у нас есть подружки. Эльза, Анна. А почему именно Эльза? Так я... Мама, а почему Эльза и Анна? Вот так. Я их назвала. Ты специально назвала Эльза и Анна, да? Как и в мультиках. Да. Чё? Показали мне. Это Паша. Куплю землю, пай. Мама 108, папа 1008. Это телефоны?
Телефон и говори. Да. А это что такое? Опять тоже как-то телефон, так уже. Тоже два листа так болим. Это просто что-то с чем-то. А, да, кто-то уже отрывает. Видишь, куплю пай. Паша тоже покупатель. Знаешь, что делать? Меня, наверное, плохо видно, если темно здесь. Хорошо тебя видно. Ты такая вся синяя. Да. Еще и с футболкой. Почту смотрю, проверяю. Ну, землепашец молодой. Что? За что покупать будешь земли? За деньги. Да? Да. Вот у меня и деньги. Где они? В общем, заработаешь за год и купишь себе пай. Вот такой у нас нежный рыжик. Смотрите, как он себя ведет. Вот так, скажи, нюхает. Вот так. И так мастится. И так еще. Вот так, вот так. Вот так. Погладь его. Видишь, он к тебе. Погладь его. Ой, так, ой, да, да. Вот он просит, чтобы ты его погладил, видишь? Рыжик просит, чтобы ты его погладил. Ой, ты, ой, так. Здравствуйте, я картошка-девочка. Я нашла, когда чистила картошку. Смотрю, ой, волосы от девочки как бы. Нарисовала ей глазик, носик и ротик. Получилась такая лялечка. Можно ее кушать сырую. Наконец-то после почти месяца, что наш грузовичок был в другом месте, его ремонтировали, там смотрели двигатель, запчасти пока покупали. Мы его вчера пригнали поздно вечером с Танюшей. Танюша на легковой ехала, я грузовиком за ней. Вот что. Папочка наш заезжает. Пригнали газик. Аккумулятор полностью. Надо новый менять. Но работает как часики. Не греется уже. Поменяли там двигатели некоторые запчасти, так, по мелочам. Ну, все. Теперь подделаем свет. И на регистрацию. Мама, все, я все Привет. Что ты там расставила? А таблицу умножения я начинаю учить. Начинаешь или уже почти выучила? До пяти. До пяти почти выучила. С карточками вот этими, что нам прислали. Вот такие мы делаем салатики. У нас рыбный супчик. И вот к нему такой отличный салат. Здесь у нас редиска. Листья редиски обязательно, они очень полезные. Капусточка, да, сейчас тебе дам лук зеленый. И сейчас ребята принесут амарант, укропчик. Все принесут. Мы сейчас все сюда бросим. Подсолнечное масло. Вот так вот. Да, да. Давай сюда, клади, я порежу. Клади, Сашелька. Да, да. Давай. Вот так. Молодец. Молодец. Такие вкусные мы сейчас салаты готовим. У нас на улице, о, что делается. Ребята пошли укроп нарвать, да? Щавель. Щавель, укроп, амарант. Что Паша несет? Ничего. Ничего, да, закрывает он, молодцы. Да, закрылись. Что, не застал вас дождь? Давайте домой, достал, домой. Достал, домой, а то дождь идет. О, машину надо. И вот такая у нас уже своя редиска. Вот это уже в салате, у нас все свое, кроме капусты. Капуста здесь поздно, конечно, будет своя. Все-таки Сибирь. Да. Вкусно, вкусно, вкусно. Все, готовим, да. Кушать будем? Да. Да. Боря продолжает заготовку дров. Ого, каких хороших набрал. Папочка, ты где таких хороших дров набрал? А? Ничего себе. Да тут же можно целый шкаф сделать с них. Крышка. Ты где таких дров набрал? Это дрова. Вот это ж кусочек вот такой. Так все равно, какие хорошие.
Ну, сам не поехал, набрал. Ты знаешь, посмотри, самое... какие хорошие. Знаешь, ну, что самое хорошее? Да. Они сухие. Ой, здорово. Нам автомобильный, конечно же, сделали. Теперь можно самому ездить брать. То долго мы ждали автомобили. Больше никак не привезет. У нас режутся зубы. Мы плачем, хнычем. Или у папы на руках, или у мамы на руках. А мамочка наша, солнышко, работает. Сейчас заболели при даче. Где-то вирусную подхватили. Такую легкую-легкую, но противную-противную. А я заканчиваю наконец-то с этой тепличкой. В основном осот попролезал. И на перекопанных попролезал. Там в помидорах. И на неперекопанных. Здесь, конечно, похуще он был. Очень быстро вылез, у нас не было времени добраться сюда. То дожди шли, то разъезды у нас были. Ой. А вот у нас редисочка, кстати, покажу. Угу. Еще раз я поближе ее покажу. Да, хорошо. Ты еще пускай растет. Пускай не дергай. Там где-то еще была, которую Паша хотел вытянуть. Она ж стрелки пойдет. Угу. Редисочка. Что только главное поливать первое время, постоянно пулить сверху. Ну, извините. Ну, вот огурчик хорошенький. Перегнал все-таки вот те огурцы, которые я рассадой садила. Все-таки перегнали. Те, которые я ну, так сажала. Ну, все, сыночка, все, китеночка. Все. Сейчас заросший, а потом будет не заросший. Единственное, меня угнетает, что пожелтели. Земля влажная. Либо это эти насекомые едят нашу рассаду, либо действительно до сих пор адаптация идет, потому что очень большими мы их сажали, надо было раньше пересаживать, вот так получалось у нас. Ну сейчас уже лучше. Ну уже как бы отходят они, либо мы их перелили, потому что очень сильно заливали, нам кто-то написал, что мы, покажи, я пообрезала уже нижние листочки, заливали я... очень сильно. Я показываю. Потому что, ну, короче, что-то не так пошло. По поводу того, что сказали, что азота очень много, что удобрений. Вот смотрите, на перец здесь, здесь в земле ничего нету. Здесь я подкормку бросила навоз только на землю. То есть он не успел даже к перцу дойти. И все равно желтеют. Угу. То есть вопрос, значит, не в азоте. Фу, так же самое вот здесь. Ну, короче, что-то пошло не так, непонятно. Уже мы сейчас не выясним этого. Подвязывала некоторые помидорчики, еще сейчас подвяжу и все. Пойдем на огород дальше сорняки пропалывать уже. Сегодня пришла очередь отправлять письмо Елизавете, а подожди, Селезнева Ирина. Селезнева Ирина, тебе поехала письмо с красивым рис. Вот мой салончик. Здравствуйте, я. У меня есть песенка. Хотите, я вам спою? Я один, 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 один. Хотите, я вам спою песенку также? Один, 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 один. Один. Здравствуйте, я Ха. Ха, 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 ха. Я могу переворачиваться, все равно я Ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Вам клевет. Я его потом взобью и положу вот сюда, в это видео с вареньем. Я еще такое ни разу не пробовала, но я думаю, мне понравится. Я его взобью вот в такой машинке. Мне очень нравится клевер и варенье, поэтому я хочу его смешать вместе. Вот, папа поставил. Будет скоро крутиться, вода будет поливать. Да, уже нам не придется, да, Анечка? Да, не придется поливать. Нашу будет подливать. Не мы из крана, а оно с крана. Мы только сейчас смогли просто финансы выделить на это. Угу. Здесь все сухое, все поливают. Если здесь не поливать, вообще все сохнет. Даже картошку поливают здесь люди. Нам картошку не придется поливать. Кстати, вы же еще не видели, какой у нас огород преобразился. Пойди покажи, как мы посадили.
как мы замульчировали все. Пойди покажи. Ага. Что мы сразу поделали? Сейчас начало июль. Подожди, да, июль. Второе число сегодня, июля. Угу. Вот вчера мы работали, все укрывали. Посмотри, какая красота. Да. Сено. Солома. Крыли все. Во. Теперь красота. Сашенька. Сосед нам отдал солому через двор. И мы теперь наконец-то огород начал более к органическому земледелию походить. Угу. Сашенька, что у тебя? Так, а ну быстренько пойди положи на место. Ты чего семечки берешь, мамина? Положи, где ты их взял? Сыночка, а ну положи семена быстренько, когда мы сейчас морковку досадим. Никак руки не доходили, мы постоянно в разъездах были. Ага. А это у нас неделя, мы дома сидим, наконец-то догоняем. Да, я вижу, мама, ты рвешь редиску. Да, редиску, прорвала горошек от сорняков, морковку досадим, хоть на еду какая она там будет, самое позже ее сорвем. Ого, горошек наш уже горошек, большой. Да, скоро уже будем кушать, уже он прям... А я его закапывала. Да, ты его садила. А вот картошка, покажи разницу картошки. Ту, что мы посадили в тех грядках, подойди поближе, покажи. И ту, что на огороде. Вот. Так, эта большая уже цветет, ее поливать даже не надо, она та вялая стоит. Вот эту покажи вот так, Стань. Так. Вот это у нас грядка одна, ту, что мы экспериментальную делали. И вот вторая, кто помнит. И кукурузка, и капусточка, вот мы замульчировали. А еще у нас оставалась картошка, которую мы вот на том огороде садили. Мам, мелкая, уже стояла у нас, наверное, месяц. Ну, когда мы садили ее, сажали. И она проросла, мы ее выбросили, а потом подобрали, обратно забрали и посадили вот здесь. Она уже с ростками между капустой, прям в солому. Хоть какая-то молодая будет, а пускай будет. Тебе жалко выбрасывать ее с росточками. Так вот, вот эта вообще не нуждается в поливе. Она шикарная стоит, прям вообще под листьями. А вот та... Конечно, пробилась очень плохо и стоит такая вяленькая. Пробилась плохо, потому что мы ж добавляли листья под землю. Накрывали картошку листьями немножко, горсть. И получилось, что она плохо повсходила. И такая стоит вялая. Вот соседи поливают, у них хорошая картошка. Они поливают, на ночь вертушку ставят. А у нас вот такая. Вот Боря купил вертушку. Вот у нас осталось еще вот этот огород доделать, видите? Да. Там уже всю капусту далеко замульчировала. Ой. Там все замульчировано, сорняки вчера позбивала. Вон и они. Да. Здесь сорняки позбивали, морковка тоже вот плохо повсходила, потому что моя украинская, она, видно, уже давняя. Вот. Скажи, да, все прорвали, да. Сорняки полили. Кукурузка моя отошла. Тоже хорошая, красивая стоит. Не знаю, успеет дозреть или нет, но вот так кукуруза уже начинает цвести. Вот так кукурузка. Что нам подруга дала. Ну вот так вот. Ходим. Сейчас здесь начну прорывать сорняки. Вот там у нас специально грядка, я говорила, оставила под амарант. Будем собирать, солить его и сушить. Все. Огород более-менее приходит в порядок. Готов. Давай, включай. На. Так. Подожди. А ну больше чуть. Еще. Хорошо, выключай на минуту. Подожди. У нас свой дождь теперь будет. Это дождь для всех растений. Так, Тёма, отходи. Паша, давай. Смотри. Хорошо? Да. Так? Да. Чтоб сюда не доставала, то я здесь работаю. Чуть-чуть надо вверх поднять. Выключай! Включай! Выключай! Пока мы настроим, дождь начнется, пока мы настроим. Ну вот, мы его настроим. Это круто! Теперь детям бесплатный аттракцион.
Называется «Попади под воду». Тут кура целая. Что ребенку для счастья надо? Для Саши игрушечки. Да, Саша, иди сюда, обновь любую. Вот у нас домик, вот он. Очень красивый, это Паша сделал. Вот это я еще Саша сделал, Пашеньку. А все остальное я обновил. Сашенька, тебе нравятся даже игрушки? Да, нравятся. Да, это что такое? Это мячик, бери, играй мячиком. Пока.